Он же сейчас улетит у нас куда-то. Я хочу улететь! Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Это Ляля. Всем привет! И мы начинаем играть. А здесь Ляля! Здесь Ляля! В нашу новую игру. Это Baby Boss! Ляля! Это же Ляля у нас! Мы нашли ее на андроиде. Это классная игра. Будем играть сейчас в нее. Спасибо, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь на него, смотрите остальные наши видео. Вы классные, мы вас любим. Оставляйте лайки, ставьте комментарии. Давайте начнем играть. Я уже нажала. Ты уже нажал. Молодец. Вот. Что это? И что нам тут предстоит делать? Ты уже начала одевать нашу Лялю? Да. Я даже не успел посмотреть, что там, куда ты нажала. Вот. Она одежду хочет, Лиза. Одежду смотри. Вот она. Нет. А. Я хочу какую-то нее. Ну давай. Я хочу выбирай. Вот эту. Вот такую. Какая красота у тебя. Корону хочет. Нет, он хочет одежку. И еще корону. Ну, ты выбрала одежду? Наша Ляля. Да. Смотри, она на зайку стала похожа. Наша Ляля. Да. Теперь давай. Хочет корону. Что за корону? Корона. Нет, она хочет разные. Я хочу не выбрать корону. А тут есть корона, Лиза? Вот, есть два таких классных. Очков. Давай, он хочет пингвином. Пингвином быть? Да. Давай, выберем пингвины где-то там наверху. Наверное, должен быть пингвин, да? Да. Сейчас. А он все подряд хочет. Вот. Вот такой будем, да? Да. Какая красота у нас, это крабик. Какой-то маленький крабик, да? Пополз. О, что это за Супермен какой-то? Супермен. Это парнишки. Штанишки зачем-то. Так, мы с тобой какую? Вот такую крабика выбрали, да? Да. Или пингвина. Пингвина, вот. Вот такой пингвин. Давай нажимаем. Еще внизу посмотрим. Давай, что еще у нас есть? Вау! Вау! Вот. Оставляем пингвина? Да. Нажимаем сюда, на галочку. Мы приодели нашу Лялю. Что теперь будем делать, Лиза? Идем на детскую площадку. Будем играть с нашим маленьким бэйби-боссом. Давай. Он хочет мяч? Он хочет качели. Я вот хочу. Сюда на него. Смотри, мы дадим ему качель. Давай. Ой. Вот это волшебство! С неба качель упала. Я хочу качай. На плаксу. Качай. На плаксу. О, как ты его хорошо качнула-то. Ух ты! Как ты его раскачиваешь, да ты посмотри. Он же сейчас улетит у нас куда-то. Я хочу улететь. Ты его правда куда-то? Лиза, он же правда у тебя куда-то улетит. Ты чего? Осторожно. Давай. Я хочу мороженку. Мороженку хочешь? Ну давай ему мороженку. Смотри, у нас подъехал. Давай набирай. Набирай ему. Оп. Розовый. Давай еще какую-нибудь набирай. Розовый. И еще какую-нибудь набирай. Фу. И фиолетовый. Еще. У тебя только... Он же хотел покушать это мороженое. Лиза, вытирай его скорее, вытирай. Вот ты не будешь ронять на него мороженое. Еще вытирай, не до конца вытерла. Сколько ты ему шариков сделал? 10. 10? Давай еще раз. Я не буду 10. Давай. Раз. Раз. Два. Два. Три. 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 Все. А он еще хочет? Он да, говорит, я хочу еще.
Еще. Он же пингвин. Еще. Ну давай еще, мама! Нет! Он, видимо, хочет, чтобы на него упала Лиза. Прям так задумано. Давай тогда что-нибудь другое. Видишь, он счастлив стал. Ему нравится, когда на него мороженки, видимо, падают. А поэтому посмотрим, что у нас еще есть такое. Батут! Настоящий с неба падающий батут! Что ты будешь делать? Прыгай! Я еще! Ой! Надуваем! Нет! Надо надуть батут-то. Он же у нас не надутый еще, Лиза. Да. Давай надуем батут с тобой. О, насосик! Накачиваем! Еще накачиваем! Еще накачиваем. Выше, выше, говорит наш малыш. Он же сейчас улетит куда-нибудь. Я хочу, чтобы он улетел. Еще надувается. Еще. Я еще хочу. Давай еще. Да я еще хочу, чтобы он взорвался наш батут. Так он все равно взорвется, если мы его надувать будем. Давай посмотрим еще, что у нас есть. Вот это что такое, Лиза? Сталик. Давай посмотрим. Хочу, чтобы он лопнул. Так, что у нас тут? Надо шарик вот. Я хочу много. Я хочу много-нибудь. Так, шарик надувается. Дадим шарик мальчику, да? Лиза, в руки же надо. Ты в руки ему дай следующий. Ты. Давай, я даю. Ну на. Вот. Еще говори. Еще один надуем шарик. Желтый. Сейчас он куда-то у нас улетит. Я хочу, чтобы он улетел. Это, знаете, это кто называется? Малышка-скричер. У него специальный... Падай! Ой, все разлетели шарики, все можем собрать. А что-то у нас еще там, да, осталось? Да. Из таких аттракционов. Вот это что такое? Карусель. Ой. Карусель, полетели. Давай туда, карусель. Я хочу, чтобы он упал. Не, он не упадет, он, наверное... Я не знаю, что будет. Я знаю. А знаешь, что будет? Лиза, что бывает с детьми, которые сильно крутятся на карусели? Все, не разгоняй его. Еще. Он уже останавливается. Осторожно, Лиза. Осторожно, сейчас ребенок будет это... Вылазить, да. Ой, у него закружилась голова. Закружилась у ребенка. Сильно накрутили его. Он ходить же не может. Так, давай посмотрим еще, что у нас у малыша есть. Нашего бэйби-босса. Так, что там? Это что? Давай девочку-девочку. Девочку-девочку? Такую, что ли? Да. Так нам надо ее одеть тогда. Да? Пойдем одевать девочку-девочку. А тут оказывается сколько малышей-то. Давай выберем ей костюм смешной. Давай вот. Оди, я хочу не пингвина, а... Кого? Вот, сейчас я... Какой пингвин, смотри! Нет, другой, дракоша этого. Это петушок. А это что у нас? Какая, давай такую красавицу. Вот это. Вот такого? Дракона? Желтого дракона выпил лиска. Давай посмотрим, куда еще зайдем. Фотографии сделаем? Нет, будем кушать? Кушать. Давай, что? Мороженое хочет. Давай ему мороженое, Лиза. Бери и тяни. Мороженка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Почему? Она в нас кинула, Лиза, мороженое.
Почему? Каша! Каша! Она недовольная стала наша... Что это? Что она ведь недовольна? А что там? Что нужно с яблоком сделать? А, нужно порезать резкой. А если она звездки? Я не знаю сейчас. О, смотри, вкус мальчик. Она может сидеть, не хочу. Нет, такой. Такой? Давай. Да. Хоп. Какая красота у нас. Это что такое? О. Кружок. Где кружок? Вот там. Или все-таки сердечко? Сердечко оставим. Сердечко оставим. Вот такой сердечко. Ням-ням-ням. Да, ей понравилось. А ей-то фанатик хочу не дать. Давай бананчик дадим нашему бэйби-боссу. Бананчик как всегда вкусный, всегда нравится. Тебе кашу. Я хочу полонесешь. Она хочет кашу с черникой. С черникой. С черникой. Она чернику попросила, Лиза. Давай. Четыре хотела. Четыре, так четыре. А давай выложим какой-нибудь смайлик. Да. Как мы можем это выложить? Вот так. Вот так, подожди, давай еще вот сюда одну добавим. Еще вот сюда. Все. И еще одну. Да? Вот сюда вот. Да. Все. Все. И улыбочку. Как же без улыбки? Вот так вот. О, смотри, у нас такой смайлик маленький получился. Вот здесь еще. Ну все. Ну все, все, смотри, с черникой. Кашка. Кашка. Вкуснотища. Вкуснотища какая. Я хочу молоко не дать. Давай дадим нашему мужу молоко. Что там? Ах, напился. Все, он готов к гонке. Наш малыш готов к гонке, да? Прокатимся с нашим малышом. Конфетки собираем. Давайте соберем наши конфетки, Лизка. А давай сарфина. Не-не-не. Вот же конфетки, Лизка. Прыгай. Опа! Ой. Вон еще. Опа! Пролетела. Пролетели мы. Вон еще конфетки. Ура! Как мы разогнались с тобой, если конфет-то сразу же. Видела, Лизка? Оказывается, конфеты нам скорость придают. Вот они зачем нужны. Я думаю, что их так много-то в магазине продают? Они, оказывается, скорость как прибавляют. Ой! 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 Обогнал! Конфета! Обогнали наш мальчики. Да? Давай, включаем суперскорость. Она... И мы вторыми приехали. Классная какая-то игра. Она вот так... Нет. Какая классная игра этот бэби-босс. Давайте в следующий раз мы обязательно поиграем в другие игры с нашим малышом, да? Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, посмотрите другие видео, загляните на канал Вести с Лизом, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мы вас любим, всем пока-пока! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, подписаться вы можете здесь, оставляйте свои комментарии, всем пока-пока!